Это ты! Все готово? Да, все твои люди расставлены по местам. Бене, возьми это. Надеюсь, ты знаешь, как с этим обращаться. Найди самую высокую точку в квартале и выстрели оттуда. Это будет сигнал для моих людей. Отлично. Увидимся на поле боя. Это точно. Приносите больных и раненых. Разве это не опасно? Граждане! Школа Святой Урсулины решила украсить свою часовню. Так как услуги сеньора Карпаччо более недоступны, то все заинтересованные лица могут подавать заявки на участие в конкурсе. Бартоломео, нужна помощь. Я должен вернуться в арсенал. Привет, Эцио! Можно мне с вами? Конечно! Прошу вас, сеньор! За ним! Отличный экземпляр, верно? Это честь для тебя умереть от его руки. Отвали, тварь недобитая! Форт Капутана! Пойдем, Эцио, проучим этого жирного ублюдка! Довольно! У нас нет времени! Возвращайся! Пора отправляться! Эцио, иди! Этот громила приведет тебя прямо к своему хозяину! Я останусь тут со своими людьми! Мы задержим стражу! Торопись, а то они уплывут без нас.
Я робот! Вот еще раз! Это тупик. Все, тебе крышка. Он заберет нам время. А я один, брат. Просто поболтаем, Мил. Если мы поймаем этого гада. Проклятие! Кто? Нас он не убежит! Не вдалеко ты не уйдешь! Что произошло? Почему здесь лодки? Я думал, ты хочешь стать дожем. Это просто уловка. Мы должны были отплыть. Куда отплыть? Не скажу. Они отправляются на Кипр. Они хотят... Не бойтесь тьмы. Раскройте ей объятия. Покойтесь с миром. Отлично, Эцио! Сильвио разбит! И квартал снова в наших руках! Быть может, теперь в Венеции воцарится мир и покой! Давайте отпразднуем нашу победу! Я рад за тебя и твоих людей, Бартоломео, но я не могу присоединиться к вам. Боюсь, что мои планы круто изменились. О чем ты? Сильвио не собирался свергать Марко. Он лишь хотел покинуть Венецию. А все это было затеяно для отвода глаз. Зачем? Именно это мне и нужно выяснить.
Вот ты где, Эцио. Что за серьезность? У меня день рождения. Правда? С днем рождения. Это чудесно. Чудесно? 10 лет прошло с тех пор, как отец и братья погибли. 10 лет я выслеживаю их убийц. Я так близок к цели, но... так и не понял, ради чего все это было затеяно. Может, ты и не понимаешь этого, но жизнь многих людей стала лучше благодаря тебе. Довольна об этом. Смотри, я принесла тебе подарок. Это декларация судового груза. Того самого корабля. Корабля на Кипр? Ты не шутишь? И угадай, когда он возвращается. Завтра. Эцио. Леонардо, когда ты вернулся? Только что. Мне нужно поговорить с тобой. Немедленно. Хорошо. Веселитесь. Надеюсь, это важно. О, да, да. Пойдем со мной. Не отставай. Две последние страницы кодекса. Я изучал их и... удивительно, как я раньше этого не заметил. Если сложить их вместе, то знаки на обороте складываются в слова. Вот. Пророк придет, когда вторая часть окажется в плавучем городе. Пророк. Только пророк откроет это. Две части Эдема. О чем ты? Эцио, что это? Леонардо, мы давно знаем друг друга. Кому верить, если не тебе? Давным-давно дядя Марио рассказал о скрытом в кодексе пророчестве. Оно приведет к древней сокровищнице, в которой хранится могущество. Серьезно? Но если ты забрал эти страницы у Барбарига, то, вероятно, они тоже знают о сокровищнице. Это плохо. Постой. Может, поэтому они отправили корабль на Кипр, чтобы найти эту часть Эдема и привезти ее в Венецию. Когда вторая часть окажется в плавучем городе? Пророк придет. Только пророк может открыть сокровищницу. Боже мой! Когда дядя рассказывал мне о кодексе, я был слишком юн, чтобы понять. Но сейчас я понимаю, что это были отнюдь не сказки старика. Они убили Маченига, Медичи, моего отца и братьев. И все ради того, чтобы найти сокровищницу. Испанец. Родриго Борджа. Корабль с Кипра прибывает завтра. Я собираюсь его встретить. Удачи, друг мой.